Конкурс «Диплом доверия потребителей» проводится в нашем Владимирском регионе 6-й год подряд. В нем принимают участие все предприниматели нашей Владимирской области, то есть предприниматели из любой сферы деятельности. Для нас, как и для любого потребителя, самое важное, каким образом с нами работает любая компания, какую услугу предоставляет, какой товар нам продает, насколько он качественный и насколько качественно удовлетворяются все наши запросы, все наши желания, все наши потребности. Именно это и призван проверять наш конкурс «Диплом доверия потребителей». К нам заявляется достаточно много предпринимателей с желанием принять участие в данном конкурсе. Сначала проходит предварительный отбор маркетологами на предварительное качество той услуги или работы, или товара, который предлагает предприниматель. То есть мы смотрим больше имиджевую составляющую. Больше это идет, естественно, интернет-пространство или наши как раз многоуважаемые СМИ, газеты, телевидение и так далее, с той точки зрения, есть ли жалобы на данную компанию, да, то есть насколько качественно она работает и качественно позиционируется. Причем в интернет-пространстве, как мы понимаем, сейчас это сделать достаточно легко, проверить любую компанию на любом форуме, какие идут обсуждения и так далее. Таким образом, мы отбираем лучшие компании, на взгляд именно маркетологов, лучшие компании в каждой сфере деятельности. Сейчас на данный момент у нас отобрано 70 компаний, и за данные компании уже начинает голосовать наш потребитель непосредственно. И как раз сегодня, в понедельник, в 9 утра, у нас дан старт голосованию потребителей за лучшую компанию в нашем регионе. Компания выбирается в каждой сфере деятельности. Мы разделили по группам, это 8 групп, такие как производство, услуги, строительство, торговля и так далее, медицина, образование. И в каждой группе вы можете проголосовать за любое количество компаний. Поскольку, как я уже сказала, что мы в каждой сфере деятельности выбираем изначально по одной компании, например, производство продуктов питания, да, то есть, например, соки или там отдельно мясо, переработка и так далее, и строительство, ремонт, медицинская какая-либо компания, у нас уже сделан предварительный отбор, и мы предлагаем оценить нашим потребителям, насколько именно вы доверяете данной компании. Соответственно, вы можете проголосовать, поставить галочку, доверяете ли вы или не доверяете. И еще плюсом, вы можете оставить свой комментарий, да, то есть почему, например, вы доверяете конкретной компании. То есть мы просим оставить комментарий именно с разъяснением своей позиции. Доверяете или не доверяете вы конкретной компании в нашем Владимирском регионе. После этого у нас приступает работать конкурсная комиссия. В конкурсную комиссию сходится уже вся информация. Информация прежде всего от Роспотребнадзора на наличие жалоб и на качество работы конкретной компании. Конечно, это итоги интернет-голосования и полные итоги маркетингового исследования. На основании этих трех показателей мы принимаем решение конкурсной комиссии, даем ли мы диплом доверия потребителей конкретной компании или нет. В конечном итоге у нас 23 ноября будет торжественное мероприятие, объявление и награждение победителей этого конкурса. Причем до этого мероприятия никто из участников не знает, победил он или не победил. То есть, в частности, удостоен он диплома доверия потребителей или нет.